Всем добрый день. Маленькое дополнение по программе комплекса Вальтек. Когда мы рассматривали здание, то есть я сказал, что в случае, когда у вас разность температур составляет 3 градуса и менее, то есть можно не рассчитывать внутренние стены. Но ввиду того, что возникли проблемы у некоторых по расчету именно внутренних стен, то есть я решил показать на данном примере, как они рассчитываются. Хотя температуры, то есть в кухне 19, здесь 18, здесь 21, то есть разность здесь составляет 3 градуса, здесь 1 градус. Ну и здесь 18, 21, 21. То же самое, разность составляет максимум в этом помещении 3 градуса, то есть допустимые нормы не учитывать, но все равно покажем. Так, открываем первый этаж. И еще один момент, когда мы сопоставляли результаты 101 помещения, я тут не обратил внимания, здесь было 21 градус, когда я заменил на 19, стало 23,43. Ну и стало похоже на те значения по разности с программой Oventrop. Так, ну и как вводятся внутренние стены. Так, начнем с данного помещения. Значит, начнем с этой внутренней стены. Потом вот эта внутренняя стена. Итак, добавляем внутреннюю стену. То есть ищем, мы уже ее вводили. Внутреннюю стену. Так, длина 5 метров. Так, ну и согласно рисунку, высота внутренней стены считается и по нормам считается от пола до потолка. То есть у нас получается 2 метра 70 сантиметров или 700 миллиметров. 2,7 метра. Так, следующее. Внутри находится дверь. Но здесь из перечисленных это в основном наружные стены. Ну, в чем-то походит. Вот, например, дверь филенчатая, деревянная, стекленная, одинарная, без тамбура. Так, размер ее согласно программе Oventrop у нас было 0,8 на 2 метра. Так, вот мы видим 0,8 на 2. Ну и подставляем здесь ширина 0,8, высота, соответственно, 2 метра. Так, ну и принимаем. Ну и теперь внимание, то есть мы берем вот эту внутреннюю стенку. То есть здесь у нас 18 градусов. И вместо 33, которые снаружи, подставляем 18 градусов. Так, применяем. Еще одну наружную стену, вернее, внутреннюю стену добавляем. Та, которая граничит с жилой комнатой, где 21 градус. Так, длина 5 метров. Высота 2,7. Так, опять добавляем дверь. Похоже на правду. Ну и здесь исправляем. То есть у нас 0,8 на 2 метра. Так, и принимаем значение. Ну и здесь вместо 33 ставим 21 градус. Потому что граничит с жилой комнатой. Так, ну и принимаем. Все, мы учли две внутренние стены. Принимаем. Так, переходим к следующему помещению. Здесь опять добавляем внутреннюю стену. Так, размеры, ну, везде у меня по 5 метров, ну и высота 2,7. Так что здесь особых
трудностей не должно возникнуть. Так, ну и ищем ту дверь. Опять здесь 0,8 на 2 метра. Принимаем. Так, принимаем. Так, опять добавляем стену внутреннюю. Добавляем здесь. Опять длина 5 метров. Высота 2,7. Добавляем дверь. Одинарную без тамбура. Ну и 0,8 ширина ее. Так, и здесь добавляем, то есть мы сейчас возьмем вот эту стенку, то есть кухню. На кухне у нас 19 градусов. Так, принимаем. Так, здесь забыли поменять, здесь берем 21 градус. Принимаем. Так, ну еще раз посмотрим. Так, здесь 21. Так, ну здесь 19. Все, принимаем. Так, здесь опять добавляем внутреннюю стену. Внутренняя стена 5 длина 5 метров, высота 2,7. Так, ну и добавляем опять дверь. 0,8 на 2 метра. Так, помещение это у нас вот оно. Так, здесь ставим температуру 18. Принимаем. Так, опять добавляем внутреннюю стену. Длина 5 метров, 2,7. Добавляем конструкцию. Здесь 0,8 на 2 метра. Принимаем. Ну и граничит с соседним помещением. 21 градус. Ставим 21. Ну вот как видим, при равных равно 0. Так, принимаем. Так, здесь принимаем. Так, ну и последнее помещение у нас осталось на первом этаже. Опять добавляем внутреннюю стену. Так, тут 5 метров. 2,7. Внутреннюю. Так, здесь у нас будет 21 градус, сразу же поставим, чтобы потом. Здесь мы находимся, то есть вот это будет. Так, ну и добавляем дверь. На 8 на 2 метра. Принимаем. Так, ну и последнее на первом этаже. Внутренняя стена с дверью, граничащая с кухней. 5 внутренняя стена, длина 5 метров, высота 2,7. Тут 19 градусов. Ну, опять входную дверь. Так, ну и принимаем.
Так, по первому этажу прошлись, приняли. Так, ну и давайте по-быстрому по второму этажу пробежимся опять. То есть у нас жилая комната, здесь холл 18, ну и 3 жилых комнаты. Так, внутренняя стена, длина 5 метров, высота 2,7. Так, здесь граничит с 18 градусами. 5 добавим дверь. Так, размер двери 0,8 на 2. Принимаем. Так, и принимаем. Ну еще. Одна внутренняя стена. Длина 5 метров. Высота 2,7. Так, здесь 21 градус. Так, добавляем дверь. Здесь у нас будет опять 0,8 на 2 метра. Так, принимаем. Принимаем. Так, 201 закончили. 202 опять. Внутренняя. Длина 5 метров. Высота стены 2,7. Так, теперь везде 21. Для того, что это холл, которому 18. Так, ну и длина принимаем. Так, ну еще добавляем внутреннюю стену 5 метров. Высота не изменилась. Так, здесь 21. Так, ну и дверь внутренняя. Хотя на самом деле она наружная. Так, ну и чуть позже я скажу, как вводить конструкцию. Хотя я показывал, но может не все увидели. Так, принимаем. Так, ну и остались у нас еще 2 помещения. Опять внутренняя стенка, длина, высота. Так, здесь с холлом 18 градусов. Так, ну и добавляем дверь. Ноль восемь на 2 метра высотой. Так, принимаем. Еще раз. Внутренняя. 5 метров. 2,7. Так, ну здесь уже 21 градус. Так, ну и добавляем дверь. Хотя смысл ее добавлять, все равно будет равно 0. Потому что разность равна 0. Так, принимаем. Ну и поставилась одно последнее помещение. Опять добавляем внутренние стены. Здесь 21 градус. Сейчас все нулями будет покрыто. Так, высота 2,7. Добавляем дверь.
добавляем дверь. Так, ну и здесь добавляем 0,8 длину, а высоту 2 метра. Так, ну и последнее добавление. Хотя тоже смысла не вижу. Сейчас опять будут нули. Так, здесь 21. Так, ну и добавляем дверь. Так, опять 0,8 на 2 метра. Принимаем. И принимаем. Так, ну и можно сопоставить, что у нас получилось. Ну, практически сопоставимо, только там на 200 ватт. Это больше. Так, и принимаем значение. Да, то есть я как-то указывал во введении в программу. То есть как сбивать материалы, и вот здесь есть проемы. То есть здесь можно добавить свои проемы. То есть вот двери различных назначений. То же самое по окнам. Если каких-то не хватает, тоже можно добавить. Ну, вот что я сказал. Хотел сказать в дополнение к тому, что уже сказано. Ну и показал, как рассчитывается внутреннее ограждение. Ну, еще один момент. То есть, если здесь мы в каждом помещении задаемся внутренними стенами, то в этой программе, то есть, когда мы рассматриваем помещение, то есть, когда мы задаемся внутренними стенами, говорим номер помещения, то он автоматически появляется здесь, что отсутствует в данной программе. Так, всем спасибо за внимание. Ну и до дальнейших изучений программ. Всем удачных расчетов.